Леша болеет, надо. А он что? Жорик, похож на Ису. Кто похож на Ису? Иса золотая, Жорик золотой. Жорик бейки крыльет, но Иса золотая. Родилась такой. Иса похож на Жорика, но Жорик один крепкий сидел. Ну, Леша с Люси сидели вдвоем, а Иса с Ломи сидели. А потом, что Лома с Ичи, Жорик хотел к Ломе гости, а там Лома с Ичи будут драться с Жориком, они поделются Анису, а Жорик должен сидеть. А то Лома с Ичи любят, а то не с кем дружить, делиться, а то будут драться с... Прям мальчишки в школе не обижают? Нет, а то будут драться Лома с Ичи. Двойка. Нет. Леша. Ну, Леша, скучи, скучал Лисе. Лису продадили, потому что Лиса не было. Продали, не продадили, а продали. А что, не продадили? Продали, слово. Продадили нет слова, неправильно говоришь. А что, их нету, что ли? Слова такого продадили нету. Продали, говори. Мальчик. Ой. Это когда ты маленький говорил, мы тебе ничего не говорили. Продадил, то еще что-нибудь. А сейчас продали. Продать. Продали. Хорошо? Ты шумненький у нас. А что смеяться хочешь? Продадили. Продадили. Иса. А Иса в магазине лачи съела. Ису продали. Да. Блин, заходи. Мы продали, мы купили, да? Да. Ису купи, а потом продай. Да, правильно говоришь, умница. Леша скучает с Люси. А Иса... Скучает по Люси. Да, ну скучает. А у нас Лисы нету, не живем никак. У Люси ей. У Люси тут в доме. Клетки у Люси есть. Люси. Но Люси нету. И увижу уже. Леша, ты не увидишь его. Лиса он же далеко. Лису купи. Жорик. Это Жорик.